Гарик, у тебя как дела? Ну, я вот тут посмотрел интервью новое. Этой, ну, с этим. Ну, в Дубае, который. Ну да, понял. Угу. Ну, и сейчас у него проблемы теперь с концертами из-за этой. А она все, она ей, как всегда, похуй. Она дальше просто пошла с деньгами куда-то, уехала дальше. А что там, какие проблемы у Моргенштерна? Ну, у него большие сейчас. У него, ему же запретили. Он же наговорил лишнего, его теперь запретили концерты в Дубае, прикинь. То есть в мире осталось где-то 154 страны, где он еще может дать интервью Собчак. Все, потом только Луна. Нет такого ощущения, кстати, у вас, что вот у всех, кто дает интервью Собчак, потом какие-то проблемки начинаются? Не, ну ты наговариваешь сейчас на Ксению Анатольевну. Ну нет, не, почему не ну, просто... Ну у кого начались проблемы? Ну Блиновская, например, интервью дала. Домашний арест. Продлили, кстати. Милохин дал интервью. И что? Все, теперь на 2 часа в страну может приехать, пока не заметит. Вообще, получается, из всех интервью, у кого брала Собчак, только у скопинского маньяка в гору пошло.